То есть вот на вот таком захвате, когда мы работаем по углу устойчивости, то есть рука отправляет его сюда, мы вышли на какой-то угол устойчивости и дали ему нагрузочку мимо его точки опоры. Так вот, есть нюанс какой. Ну, понятно, что мы его туда отправляем с собой, чем дальше мы его выкинем. И вот тут вот вовремя остановить этот момент. Так вот, если я сейчас вот ему что-то сделаю и начну выводить его локоть, он отыгрывает ногами, видите? Это происходит из-за того, что он стоит незагруженный. Но стоит мне его выкинуть и дать нагрузочку вниз, и вот чем он ниже опустится, тем больше он будет подвержен вот этим вот воздействиям, видите? А мы работаем, ну, часто, только вот этот горизонт, а потом начинаем здесь что-то ему таскать. Мы кинули, дали нагрузку ему вниз, пригрузили его и начинаем ему локоть выводить мимо опоры, отводить его, растаскивать его конструкцию и опрокидывать на эту руку. То есть я с помощью вот этой его руки, я работаю с его ногами. Меняю его угол устойчивости таким образом, чтобы он этой ногой зашагнул сюда. И вот угол понижения, который работает. Вот это нагрузка. Раз и вниз его, натяжку вниз. Все. Его конструкция сейчас не ломается. Я вот вниз давлю, вроде мимо опоры. Но ему хватает. Мне надо теперь чуть растянуть его конструкцию, вывести его локоток куда-то туда, мимо его точки опоры.